Всем привет! Всех обнял, приподнял, с вами Иллинойс, и сегодня нас будет пугать индюшка-харарюшка под названием Mimic Search, что в переводе означает «поиск мимика». Эту игру я скачал вроде бы в очередной раз с сайта itch.io, я там частый гость, мне он нравится, в плане того, что там всякую дичь можно найти, различную, интересную и прикольную, и не только. Плюс там можно найти демки игр, харарюшек, которые вот-вот должны выйти там или в планах выйти, но в Steam этих демок нет, а вот на itch.io они и есть. Вот, по-моему, я оттуда эту игру забрал, хотя могу и ошибаться, давно это было и неправда. Окейшки, ладно, хватит болтать, надо играть. И если вам понравится видео и вы не подписаны на мой канал, то прошу вас подписаться на него, вам это будет несложно, а мне... приятно. Ну что, Mimic Search, давай, пугай. Вопрос такой, русского языка, как мы видим, нет, поэтому играем с тем языком, который тут по дефолту. Так. От Натана брифинг. Привет. Пару часов назад мы получили звонок, анонимный звонок от кого-то, что есть заброшенная машина, там куча крови. Ты знаешь, что это значит? Исследую эту место происшествия, да, преступления. После того, поезди вокруг, используй свою карту, пообщайся с людьми, спроси, они видели что-нибудь. Если ты увидишь мимика, наткнешься на мимика, то нейтрализируй его с помощью своей пожарной армы. Ну, что-то с чем-то там. Фармарм, огненная рука, что ли, так. Так, мимик. Мимик — это очень высоконаученный, обученный хищник. Удачи. Карт, юперный, это театр. Подожди, мы за кого играем-то? За какого-то этого? Я могу машины управлять. Отлично. Опаля. Мне надо исследовать. Ну, давай, выходи. Выходи. Бля, почему ты не выходишь, братан? Ну, надо выйти из машины-то. А, погоди. Не ту клавишу нажимаю. Охренеть просто. Ищу, пытаюсь выйти из машины. Этот чувак стоит как на дурака, наверное, смотрит такой. Ты чё, у тебя там дружка есть, открыть дверь. А я стою, в стекло бьюсь, например. Выпустите меня, выпусти, кричу там. Возмущаюсь. Так, сумка жертвы, ничего не украденное. Много крови. Ну, это сингл. Машина жертвы. Находиться в... Что? Что? Инсайт. Находиться безопаснее было внутри, да? Что-то такое. Опа, тачка едет, ну-ка. И хрена себе! Я думал, сейчас будет здесь вау, столкновение, а я может быть призрак? Я призрак полицейский или что? Меня может быть уже убили, там не знаю. Что? Сигарета еще теплая. Это, наверное, была последняя жертва, да? Большая, ну, след от ноги, что там такое. Ладно, давай пообщаемся с ним.
Что у вас здесь? Брошенная машина, много крови, но нет тела. Так, и ничего не пропало. Мимик это сделал. Да, я думаю, это он. Машина дымила, когда я приехал сюда. Я думаю, жертва ехала на этой дороге и потребовалось остановиться, потому что у двигателя была неполадка. Жертва позвонила, дорожную помощь. Пока Мимик прятался за где-то там за башем каким-то. И кто-то мне показался, там кто-то выглядывал, что ли, не? Или мне показалось? Мне глючит уже. Что это? Нет, никто. Мне показалось, там кто-то выглядывает. Из-за машины такой, опа, такой, что там? Что, кого увольнуть еще? Кого? Вещи, так, one zone, huge. Так, большой след от ботинка перед машиной. Кто-то большой был, да? У нее не было шансов. Сколько лет жертве? 37 лет. Написано было на ее карточке там, паспорте. Это область знаменита, там в этой области знают, что активность мимика. Нет, но кажется, они расширяют свою территорию, что-то исследуют эту территорию, да? Я ставлю, что этот пидорас мимик где-то рядом, где-то здесь он в лесах таится и спрятал ее туда, что-то там, да. Тебя отправили, чтобы там позаботиться об этом. Да, я поэтому здесь. Мне поставили задачу найти и нейтрализовать его. Я поеду, объезжу, в округе поездю тут и спрошу всех, кто что-нибудь знает. Звучит как план. У тебя есть карта этой... у тебя есть же эта карта на этом лаптопе твоем, на ноутбуке, да? Да, у меня есть карта. Звучит хорошо. Если тебе потребуется... Так. Если тебе потребуется, ты можешь посмотреть эту... место происшествия, и там, если что там тебе пропустил, то отметь себе там, да. Увидимся на станции. А я поехал, да? Погоди. Это твоя машина, да? Братан, ты бы не стоял бы здесь просто так. Сваливай отсюда, реально сваливай. Лучше здесь не стоять, здесь мимик ходит. Он может с тобой и плохие дела делать, какую-то жертвой с этой женщину, куда он тащил. Я на твоем месте бы здесь просто так в одно рыло не стоял бы. Ладненько, пошли мы тогда в машину и поедем мы искать мимика. Так, мимик. Где я нахожусь? Как понять, где я нахожусь? Грустно, что непонятно. Давай внимательно осматривать все. Сейчас поймем, от этой... Вот, это будет начальная наша точка. Это заправочная. Gas Station. Видите, полез сам... со мной серии смотреть по играм всяким. Я вас английскому учу. Gas Station. Заправочная станция. Полисмен. Полицейский. Car. Машина. Шоп. Магазин. Шоп, я так жил. Так, что я пришел сюда? Я пришел в магазин. Посмотрим, ничего в магазине интересного нет, поэтому мы давайте поболтаем с ним. Что я могу для вас сделать, сэр? Здесь мимик атаковал недалеко на дороге. Черт, это плохо для бизнеса. Ты знаешь,
Так, ты знаешь что-нибудь, что может помочь мне в расследовании? Я не знаю ничего. Я всегда здесь, да, наверное. Да, ничего. Нет, только что я... Ты должен быть very, ну, осторожен. Так, pretending human. Очень опасно что-то здесь. People, люди говорят, что... Они что-то учатся от людей, там, ну... Спасибо за информацию, я... будет полезно, что-то полезно для нас, да, спасибо, да. И ты... Не хочешь купить что-нибудь или заправить свою машину? И у меня все хорошо, спасибо, жаль. Удачи вам в поисках, офицер. Все? А, ну то есть так грустно и ничего интересного, да? Окейшки, окейшки. Ну, ладненько. Поехали тогда дальше. Это у нас Gas Station. Во. И поехали вот по такому кругу проедем. Сначала вот так проедем, потом вот так проедем. И потом, ну, на ферму заедем и все. А, ну здесь хорошо, здесь карта небольшая. То есть долго ездить не надо. Это великолепно, это прекрасно, это прям очень сильно радует. Я не люблю, где игры, где они небольшие игры, где огромная громадная карта. Ты охереваешь с ее размеров. Подожди, Не, нам надо не сюда, мы сюда попасть не можем никуда, нам надо... О, здорово, мужик. Давай поговорим с ним. Что я могу, чем могу помочь, сэр? Ты не видел никаких активностей мимика? Ну, что-нибудь не видел, что мне может помочь? Мимика, ты говоришь? Черт, я надеялся, что я никогда не встречу их здесь, ну, этих вещей. Я не видел ничего, да, наверное, такого. Но есть ферма здесь, отсюда. Может, они помогут. Они могут больше знать об этом, наверное. Ты должен также последовать на дороге. Там есть... А, кемпинг. Кемпинг какой-то. Хорошо, спасибо, сэр. Ничего интересного больше ты мне не скажешь, Ну, окей. Нет, это хорошо, чтобы он больше мне ничего не скажет. И... Я так понимаю, что там тоже больше никто мне ничего не скажет. Там наверху никаких людей, желающих со мной поговорить. Нет, это прекрасно. Это просто великолепно. Это просто супер. Кемпинг. Фарм кемпинг. Мы можем, кстати, вот так вот объехать. Ну, кстати, как вариант. Заехать сюда. Сначала объездим здесь. Ну давай, наверное, такой сделаем объезд. Вот так вот объедем все. То есть вот так нижний круг сделаем. Напряжно еду так, прямо что мурашки по телу пошли. Что-то какая тишина такая. Едешь. Никого нет. Все, и начинаешь ждать, что кто-то на тебя сейчас нападет. Так. Хорошо, это было хорошо. Могу помочь, чем, офицер? Черт, ты напугал меня, скотина, ублюдок. Это чья? Это вы владелец фермы? Да, это мое... Как его зовут? Проперти. Владения мои. Я здесь потому что... Ну, тут поступил то, что мимик здесь бушует.
Или что-нибудь, вы что-нибудь слышали об этом, чтобы чем помочь там мне там? Давайте подумать секунду. Иди нахер. Нет, я ничего не знаю об этом. Я слышал, так, Хирин, им, они слышали их в лесу, что-то такое. Я не боюсь их. Я закрыл все двери, и мое ружье рядом со мной. Спасибо вам. Если что-то, да, там, будьте уверены, так, информацию... А, передайте в полицию, если что-то услышите. Хорошей ночи. Хорошей ночи, и находитесь в безопасности, сэр. Хорошо, хорошо, хорошо. Будем... Так, здесь у нас... У фермера... Так. Ничего мы не можем взять, да, получается? Ну, ничего интересного. Хорошо, так. Ладно, это мы посмотрели, с фермером пообщались. Сейчас быстренько все объедем здесь. С мимиком столкнемся. Ну да, так быстренько эту игру пройдем. А то она реально у меня уже очень давно висит у меня на компе, и я все никак. Все никак. Что, куда эта дорога ведет? А, это по кругу, да? Я все никак ее, эту игру не пройду и не удалю. А потом у меня просто начинает накапливаться эта мусорка, вот эта помойка прям такая. Открываешь и там смотришь, что за игры, откуда это, что, где я. Почему я сквозь столб не могу проехать? Машины сквозь меня могут, сквозь мою машину могут проезжать. Я сквозь столбы не могу проезжать, я в них втыкаюсь. То есть, да, такая помойка, прям такая файлопомойка получается. Такой, что, это игра или там программа какая-то, что я скачал, куда скачал, для чего скачал, кому скачал. Так, вот сейчас мы заезжаем сюда. Потом едем наверх, ну и все, да, и во, и будет классно. Не, ну этот черт, конечно, меня испугал прям конкретно, прям. Прям выскочил, как выпрыгнул, блин, ублюдок. Что это? В смысле? В смысле, кто это? И кто? Как дела, чувак? Что-то там такое. Твоя машина сломалась? Нет. Двигатель нагрелся, перегрелся, да. Я жду, когда он остынет. И потом поеду. Что вам надо, офицер? Так, репорт, что мимики здесь тусуют. Ты знаешь что-нибудь об этом полезное? Да, это я. Очень забавно. Ты знаешь, что тупые шутки могут отправить тебя в тюрьму? Извините, офицер, это была плохая шутка. Хорошо, я тебя в этот раз отпущу. Я отпущу. Давай, и я должен продолжить свое путешествие, поиск. Да, будьте аккуратней, офицер там. Ну все, видите, они говорят, что будь аккуратен, чувак там это. Ладно, пускай стоит. Но мне 100% это мимик. А может мимик как-то слово переводится? Как вот мимик может переводиться? Какой-то перевод же у мимика должен быть правильный. Я, может, неправильно перевел. Так. Фу, давай. Пошли разговаривать с ними. Женщина, скажи что-нибудь умное. Я не говорю с пиалотяйскими. Ах ты, сучка крашеная. Я только хочу пару вопросов задать. Я сказал, я не говорю с полицейскими. Ух ты, тварина какая. Ты посмотри, я сейчас посажу тебя в тюрьму. Не будет разговаривать со мной, ошалевшая. Так, а ты со мной будешь разговаривать, какого чёрта? Тебе что надо? Потише, пацан, парень, это... Скажи пару вопросов-то. Люди не разговаривают здесь с копами. Сваливай отсюда побыстрее. Я тут расследование веду. Мимик активизировался. Что-то возле газ-стейшн, возле газовой станции. Черт, где мое пиво? Где мне теперь брать пиво? Какого хуя это место так дорого? Почему это место, да? Что-то в других местах дорого, да?
Ты не хочешь сказать, что это полезное? Нет. Я пью каждый весь день. Ничего вокруг не происходит. Не верят официальным, ну, что там, нарративам, там, новостям каким-то. Они говорят, что правительство использует это их, чтобы снизить популяцию. Так, окей, начинается вот это, да, давай, давай, хватит, давай, ничего, нет, давай, иди, все, все, ну, как всегда, пойди, поищи, полови удачу в другом месте, хорошо? Хорошей ночи, сэр, сэр. Можно это? Так, окей. Так, ну мы здесь посмотрели, нам, ну, задача какая была? Объехать всех, со всеми поговорить. Сейчас мы это сделаем и... И? Ну и все, я думаю. И появится мимик. Ты посмотри, я с копами не разговариваю. Ты посмотри, какая цаца, а? Ты глянь ты на нее, сидит. Расфуфырилась вся. Так, окейшки, выезжаем сюда. Ну и все, ну поехали туда. Теперь осталось нам два места посетить. Не два, подожди. А, ну два, да. Кабин, это, ну... Как его? Не кабинка, это как называется? Ну, домик. И... А он жив еще? Парень, ты жив, да? Нормально все? Мы от этого разработчика с вами смотрели одну игру. Там... Мы приехали. Там приехали. Мы приехали с вами в какой-то городок. Искать своего брата. Кто это? Мы искать своего брата приехали. И вот там пошли в. Что с ним? Что поменять, офицер? Нет, take this, возьми, спасибо. Я ищу мимик репорт. Ты слышал что-нибудь о них? Мимик? Это плохо, очень плохо. Я слышал, я слышу иногда крики ночью. Что так, дороги? I think there's a house. И скрим идут оттуда, из этого дома. Я думаю, вы должны посмотреть. Я сделаю это дело, посмотрю. Хорошо, будь осторожен. Погоди, какой-то дом туда, да? Подожди, дом туда, туда, дом. Ага. О, нет, подожди, погоди, погоди. Я в дом схожу. Я сначала съездю туда. Куда ехать-то? Я вообще домой хочу. Все, отстаньте от меня. Он говорит, что слышал крики из той кабинки. Из того домика. Слышал крики из кабинки. Видимо, там кто-то... Девушки переодевались, там кто-то поставил это камеру, увидели камеру. Так, выходим, да? Выходим. Я надеюсь, выпрыгивать так не будет, народ. Выпрыгнул прям очень сильно. Страшно. Испугал меня. Hello, кто-то есть здесь? Что вам надо? Полиция, офицер полиции. Мы расследуем мимика, инциденты. Могу поговорить с вами немножечко? Мы можем поговорить, но дверь будет закрыта для моей безопасности. Не проблема. Что-нибудь есть, чем поможет? Можете? Нет. Только не я. Я домашний парень. Последней ночью так-то tent wanted some change. Кто-то приходил ко мне и что-то хотел поменять. Он сказал, слышит скрики.
Из, выходящий из леса. Я думаю, он пиздит, ну, пиздел мне, но... мне кажется, он был под чем-то, да? Если вы хотите поговорить с ним, идите, да, по дороге. Спасибо тебе, парень. Спасибо, безопасность. Будьте в безопасности, офицер. Да, мы сейчас идем к этому. Ну, это Нарик местный, да, он слышал что-то. Сейчас мы с ним, ну, мы с ним уже поболтали, он там что-то там обменять хотел. Ну, сейчас пойдем, поехали в ту кабинку. Мне кажется, на этом игра сейчас закончится, ну... Она и коротенькая на то. Сейчас глянем туда. Сейчас нам, там, не знаю, башню откусят или что там сделают со мной. Ну что-то плохое сделают с нами. А может быть неплохое. Может он там плясать, танцевать будет. А может быть это мои напарники решили мне устроить день рождения. Такую вот. Придумали вот такую вот штуку. Накрутили, навертели. Вот он стоит, да. Вот мы вот объезжаем его и заезжаем сюда. Опа, опа, заехали прям по красоте. Не, не заехали. Не вошел я в поворот. Опа, а теперь заворачиваем, поехали. Так, ну что, доезжаем, да-да, до домика. Опа. Все, выходим. А я, почему я офицер и без пистолета, без всего, оружия у меня нет никакого? Это же идиотизм, идти куда-то. А, подожди, у меня firearm, погоди, у меня есть. Firearm, это подожди, это же пистолет, да, или что? Ой, страшно, ой, страшно, ой, боюсь. Ой, мама мия. Кто-то кричит. Ой, ой. Где кричит? Кто, где? Пистолет. Пистолет есть. Мне дали пистолет. Готов. Прям хеды отвешивать буду прям. Я напрягся. Я правильно иду? Я надеюсь, я иду правильно, я не ошибся. Где? А где он, тварь-то? Неправильный путь. А, тут указан путь. Значит, мы шли до этого правильно. А,
я не выжил, да? Я просто не выжил. Жаль. Ну я что, а как ты не поймешь, что туда идешь, туда иди. Он тебя атакует, как ты должен? Ты должен водить вот так пистолетом, резко выискивать. Нет. Ну прикольно, ну не страшно. В один момент только был страшно, когда он там появился, неожиданно с ружьем. Такой, ты что делаешь в моей фарме? Я тебе сейчас башню отбью. А так, ну, да, такая поделочка такая. Ну, я думаю, может быть, там его как-то можно убить, этого мимика там. А может быть, нельзя, кто его знает. Надо будет потом посмотреть, там, может быть, концовка другая еще есть. Но проходить еще раз я это не хочу. Ну, если бы там сейв был какой-нибудь там с контрольной точки, опять это все объезжать, ни желания нет вообще абсолютно. Можно, конечно, доехать, там, ну, там тебя еще раз убьет, потом еще раз убьет, потом еще раз убьет. Ну, сколько можно? Ну, так, не знаю. Окейшки, ладно, ребята, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойс и Мимик Сёч. Всем пока.